свои 67 Игорь Мамаладзе решил стоять на воротах, хотя раньше любил играть и в нападении, и в защите. Но как вратарь проявил себя, не пропустил ни одного мяча. Настроение, конечно, великолепное. Понимаете, встали, вроде дождь, там пасмурно. Не играет это, не играет никакой роли. Вот собрались, пришли и будем сегодня получать удовольствие. Получали удовольствие от игры две команды: «Спортсервис» в синих майках и «Коммунстрой» в голубых. Про себя они так и говорят: «Команда молодости нашей». В прошлом спортсмены, сейчас активные пенсионеры. И неважно, люди какого возраста гоняют по полю мяч. Здесь главное настроение и мальчишеский азарт, но и стремление забить гол в ворота соперника. А еще важно, когда есть кому объединить единомышленников. В данном случае поддерживает спортивный дух команд ТОС «Гагаринский». Это энтузиасты, это люди, которые самоотверженно преданы спорту всю жизнь, с детства и продолжают. Несмотря на все, как говорится, возрастные категории, несмотря на состояние здоровья, они как поддерживают себя в форме. Два тайма по 20 минут так и закончились в ничью. И только по серии пенальти вперед вырвались футболисты «Спортсервиса». Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.